На прошлой неделе в нашем городе прошла научно-методическая конференция под эгидой смыслового чтения. Мероприятие, прошедшее на базе школы номер 21, объединило педагогов со всего Пермского края. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Постигая науку педагогики, на достигнутом останавливаться нельзя. С ежегодно изменяющимися государственными образовательными стандартами меняются и методы воспитания школьников. Обменяться опытом и наработками, обсудить стандарты и определить пути развития педагогического мастерства в стенах Кунгурской школы собрались педагоги со всего края. Особенностью последних лет стало так называемое смысловое чтение. Оно подразумевает разработку методики самостоятельного поиска информации и определения смысла прочитанного у обучаемого. С введением федеральных государственных образовательных стандартов появилась необходимость не просто дать прочные, крепкие знания обучающимся, а научить применять эти знания в практике. Смысловое чтение, чтение с пониманием, первичное понимание содержания прочитанного, извлечение информации из текста, применение в жизни. Ознакомившись с теоретической частью, собравшиеся преподаватели делились опытом и на практике. Организованные открытые уроки обсудили и оценили собравшиеся гости со всего региона. Стоит добавить, рост педагогической науки неуклонно идет вверх. Она развивается каждый день с каждым отведенным уроком. Уровень педагогического мастерства оттачивается регулярно. С каждым годом арсенал преподавателей пополняется более новыми и совершенными приемами введения детей на светлый путь науки. Итогом встречи стало обогащение опытом коллег и воплощение наработок в жизнь.